Майстер-класы от японских майстров. У Гомеле проходит международный научный сбор по карате. Працовать с гомельскими каратистами будут Такую Казавы и Катара Эмашиты, а так само россиянка Анжелика Сабаева. Сегодня под ее керавництвом прошли первые тренировки. Много спортсменов, которые хотят выигрывать. Я это вижу, и мы с ними проводим замечательные тренировки. Работа такая интересная, потому что есть спортсмены, которые уровня очень высокого, с которыми можно, как говорится, разговаривать на одних сигналах определенных. Есть, конечно, дети, которые очень далеки от высшего искусства, и нам приходится немножко с ними более комфортно так работать и говорить более ошибки говорить. Остатние майстер-классы пройдут завтра и в неделю. За тренировками будут сочить наши корреспонденты. Репортажи глядите у выпусках новинок у понеделок.